Украина силовых гвардейлерин там мюгавметиле гашлашан. Русьянин 74-й мотоатачи бригадаснан бутов бир кешвият тагма Чернигов яхнлганда теслим олуп. 74-й мотоатачи бригаданин сахланман эскери диндрилме заманы онларин тагмнан Беларустан Украиния дахил олдугуну тестиглиеп. Сотрудники гвардии развода по техническим средствам разведки. Какого подразделения? Разведрота. Разведрота чего? Какого полка? Бригада. А? Бригада, полк. Бригада, блядь, смотришь. 74-й. 74-й чего? Бригада. Какая бригада 74-я? Какие вооруженные силы, блин? Сухопутные войска. Чего? Чего? Какая страна? Россия. Российская Федерация. Откуда родом? Сибирь. Фамилия, имя, отчество? Ташина Буничев. Имя, отчество? Антонис Сергеевич. Есть. Адрес? Кемеровская область, город Юрган, Пушкина 12. Когда прибыл на территорию Украины? Сегодня. Когда прибыл на державного кордона, государственной границы? До государственной границы когда прибыли? Когда сюда прибыли, на границу? Сегодня. Эшелоном когда прибыли? На границу. Где ваши пункт постоянной дислокации? Где? 74-я бригада. Да, где? Кузбасс. Кузбасс, да? Населенный... Это город, да? Это область. Населенный пункт какой? Юрган. Как? Юрган. Есть. Значит, 74-й полк механизированный? Да. Какая дивизия? Дивизия какая? Бригада. 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 Армия какая? Какой округ? Или округ, блин. Армия, округ? Центральный. Центральный военный округ. Есть. Какую задачу получили? Проверить мост, а какую там, вот эту я точно... А остальные подразделения какую задачу получили? Не могу знать. Что вам говорили командиры, когда выдвигали сюда? С кем воевать идете? С Украины. С какого хуя? Зачем идете с нами воевать? Не могу знать. А свита какая у тебя? Образование? Образование какое? Техническое. Что оканчивал? Техником. Где? Также в Берге. Военное образование какое? Никакого. Мобилизированный? Ну, так понять. Ты мобилизированный? Контрактник. Ты контрактник? Когда подписал контракт? В 2006 году. В 2006 году. А с вами замполиты работали? Что объясняли? Что у нас происходит? Почему вы сюда водитесь? Нет. Какой состав подразделения? Что входит в состав 74-го полка? 74-й бригады. Все подразделения. Какие подразделения перечисляй? Пехота в основном. Сколько батальонов? Так, не строй героя, матрос. Три озброения. Что на вооружение? В основном БМП. Какие? Вторые. Танки какие? Как, 72-е. Кто командир полка? Бригады. Волшебен. Умел, то есть. Да. Кто еще, какие ты видел еще составы войск, зашли сюда? Зашли. Какие это еще полки или бригады, знаешь, которые зашли сюда? Вот вообще ничего. Где сейчас КП бригады находится? Где ваш командир остался бригады? Так же, как и были. Где? В Ельне стояли. А сейчас где командир ваш? Вы из Белоруссии заходили или из России? В страны Беларуси. А где командир остался ваш? Командир бригады, где сейчас находится? Ну, был в Ельне. Он сюда не прибывал на учение? Он вас не вел в бой? Вы сами взяли и поехали? Нет, поступил приказ. А кто командир батальона твоего? Пишите, нет, было еще этот вопрос. Почему? А, он, наверное, начитался международным там направлением. И он может больше это говорить. Нет.